Всем привет, друзья. Включил свет. Сейчас уже ночь. Поросятки спят. И свиньи, и поросята. И насобирал яблочек. Сейчас думаю дать. Опять прошу прощения, что кашляю. Немножко приболел, до сих пор не могу подлечиться. Привет. Была сегодня генеральная уборочка опять. Опилки чуть мокрые, поэтому они вот там выглядят не очень. Да, Машинь? Уже, так сказать, почти неделя прошла после отлучки, но живот появился, ребра еще нет. Свинку не пролистовал. На следующий раз куплю порошок, пролистую обязательно. Да, Бонь. Кушай, что яблочки невкусные. Понял, наверное, в охоте. Завтра, ребята, если все хорошо, собираю я, наверное, свой коробок. И завтра, если все хорошо, поедет Боня к жениху. Все-таки решил я на зиму покрыть, чтобы где-то в феврале, в марте были опоросы. И, ребят, осталось у меня отмашки. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять поросят. Двое я оставляю себе. Свинку и кабанчика. И остаются еще три кабанчика. Черненький он и два беленьких. Ну вот как-то так. Поросятки заказаны. Скорее всего, я их завтра отвезу. Поросята здоровые, все нормально. Уже не конфликтуют. Вот же старшенькая, раз девочка и два. Это та, что побоня. Не дерутся, спят вместе, так что все нормально. Более-менее получается приучить их к туалету ходить сюда. Так что уже поросюшки чистенькие. Гляньте, какие тумбочки ходят. Уже такие килограмм по 12-13, мне кажется, есть. Одна больше, вторая меньше. Ну, ничего страшного. Надо уже кабанчика того, что оставил себе, покастрировать. Ну, пускай всех отвезу. Уже лишних. И те, что останется мне, тех уже потом как-то выделю время. Позвоню ветеринару и покастрирую. Вот этот каш. На машину. Бери яблочки. Белка всеядная, да? Это уже последние яблоки, скоро не будет. Все, может, недельку-две там чуть-чуть пособираем. И все. Девки, нет, и не только, нате вам.
Кровь мойте. Напоминаю, Боня подготовлена полностью. Покрытие, то есть девочка проглистована, не худая, все нормально. Даже и худых можно крыть спокойно, вот даже такой как Машка. Но ее надо сначала проглистовать. Даже и худых можно крыть. За время сопорости, почти 4 месяца, наберу свой вес. Мухоловки, вот эти липучки еще не снимал, но сниму чуть позже. Да, девки, ты любительница почесаться. Чего ты грызешь? На, яблочко. На. Где? А малышня ест. Не знаешь, как начать есть. Хорошие, сбитые девки. Вот этого кабанчика немножко видно погрызли. На ушках ранки. Ну, нормально, уже не конфликтует, ранки зажили. Да. Сгибается. Себе я оставляю, ребят, 4 поросят. 2 этих девки и кабанчика и свинку, еще раз напоминаю, от Машки. Беленьких. Хочу беленьких. Себе, скорее всего, на мясо. И грызь. Вкусные пальцы. Не больно. У меня в мешках сена из-под кролика выгребаю. Потому что кролики рассыпают. Немножко по змейке даю сена. Завтра, если не будет дождя, поеду еще накошу травы. Еще есть возможность немного подкоснуть люцерки. Хуже не будет. И уже на когда отдам тех поросят, не проглистую. Не знаю, как буду глистовать, то ли порошком, то ли на кабасики. То ли порошком, то ли все-таки уколами.
Поросят аппетит хороший, как вы видите, доедаю все. Так что с этим, я думаю, все в порядке. Там у меня есть маленькая корыта, возможно, прикручу еще одну. Потому что когда они начнут подрастать, для четверых три отделения может быть маловато. Чтобы одного самого меньшего не прогоняли. Ух ты, это чувак. Вкусные яблочки. Вот ты пришла, меня грызет. Чувак. Так, ну все, ребят. Осталось 7 штук. И все поела. Все яблоки поела. Боня, скорее всего, в охоте, поэтому аппетит так себе. Итак, Боня завтра, возможно, едет в жениху. Здесь осталось всего у меня 7 поросят. По Машке осталось 5. Ненужных мне 3. Все, ребят, всем спасибо за внимание, всем удачки и всем пока.